В чем суть ограничивающих убеждений? Убеждения сами по себе – это вещь не страшная. Страшна вот иррациональная установка, которая у нас подсознательно сидит. Проблема состоит в том, что многие люди, поскольку мы воспитываемся в культуре, усваивают какие-то мыслеформы, да, которые в окружающем пространстве крутятся, и у них просто нет альтернативы. Например, если у вас есть убеждение, что вам не повезет в личной жизни, потому что никому не везет в личной жизни, и у вас нет убеждения, что вы можете на самом деле поработать над отношениями, вы можете изменить себя, сделать себя более, так сказать, ценным человеком, да, для отношений, у вас не будет даже мысли, что вы могли бы свою жизнь сложить иначе. Поэтому ограничивающие убеждения – вещи неприятные, но вот она преодолимая. В том случае, если вы к этим ограничивающим убеждениям находите в информационном, в культурном пространстве, в вашем внутреннем мире убеждения, которые будут противостоять этим ограничивающим факторам. Ну, это, как знаете, жить с закрытыми шторами. Иногда нужно, так сказать, проверить, что там за окном открыть. Вот. И там выясняется, что есть и другие убеждения, и люди, придерживаясь других убеждений, лучше справляются с жизненными вызовами, лучше решают свои задачи. Вот. Поэтому это вещь неприятная, но победимая.